Конно-спортивная база ЦСКА – замечательное место для всех, кто любит лошадей. Здесь регулярно проводятся соревнования по конкуру и выездке. Сегодняшнее наше мероприятие – это открытое первенство «Здешор» по конному спорту и современному пятиборью. Данное мероприятие у нас проводится с 2001 года. Так как соревнования детской и юношеской категории очень востребованы в конном спорте. Наша база является одной из самых лучших не только в городе Москве, но и в России, с большим манежем, с хорошими условиями для лошадей, которые приезжают. Поэтому количество участников у нас в зимний период всегда очень-очень большое. Юные армейские наездники продемонстрировали на этих соревнованиях все свое мастерство, выдержку и твердый характер, который формируется в ходе занятий по конному спорту. Конный спорт я пришла в 9 лет, то есть 5 лет назад. В ЦСКА я занимаюсь уже 3 года. Просто с детства любила лошадей, и мама у меня тоже очень любит лошадей, и поэтому вот родители меня решили привести к этому спорту. Выездка, по международной терминологии дрессура, это высшая школа верховой езды. Успех здесь зависит от того, насколько человек и лошадь понимают друг друга. Это очень непросто, особенно если конь отличается сложным нравом и за высокомерие получил кличку «господин». На самом деле господин довольно-таки сложный конь, потому что у него есть свой характер. То есть он может ударить по лошади, может ударить по человеку. Ну, как бы мы с ним нашли общий язык и сейчас более-менее работаем. Пусть сейчас еще не все получается. Это временное явление. Впереди у юных спортсменов новые соревнования, совершенствование мастерства, развитие чувства уверенности в себе. И как результат – будущие победы.